Всем привет, ребята, вы на канале Сахалос. И сегодня мы открываем пальмуга. Последнего персонажа. Итого нам не хватает только редкой мухофлейты. А у меня нету. К сожалению, у меня ее нету. Пальмуг, он любит, по-моему, вот этого вот длинноносого, если я не ошибаюсь. Термент маленький. Так поставь это дерево. Я боюсь, что мне не хватит на дерево сейчас кристалл. А ну с кристалл. Ой, какой на был. Да, занят. Да, закрыл. Так, все за кристалл здесь, не знаю. Тысяча, а мне хватает. Ну, ладно. Мне нравится, Аня. Но только теперь их расставить. Собрать 5 бриликов. Да, это бриликов. Теперь он... бриликов, я сказала. Смотри, как он классный, ты видел? Да. У него там рот. Это рот. Я не знаю, у него там рот. Что ты такое делаешь? Что ты себе позволяешь? Гори тысячи дым. Много. Это у нас почти 5 миллионов дым. Мы еще поставили вчера большой салат. Вот такой теперь у нас остров есть. Теперь мы будем смотреть, мы, наверное, сделаем второго вот пальмуга, второго вот этого носатика, второго вот такого разноцветного, и вот этот белый мне нравится, второго я хочу такого. Мы их поставим. Пальмуга выводили около месяца. Мы долго, да, не могли его делать. Но получилось, и теперь мы легко можем потом делать. Потом мы будем делать эфир. Да, потом мы начнем делать остров эфира. Но у нас есть только ужас повторно. Да, поэтому пока мы ждем, когда у нас получится еще какие-то. Если у меня будет два жужжука, я никакого не отправлю. А я отправлю. Третьего жужжука нет, только пятого. Нет, я, если у меня получится жужжук, я отправлю второго жужжука на остров эфира. А сейчас мы пойдем делать дальше нового небожителя, мы уже начали. Ждите новые наши видосики. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Пальмуга. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видосики. Сиськи, пикищем какой-то. Вот теперь он сытый. Нормально? Мама. Самый сытый. Сильно мама. Надо было вот этого. А, он у нас также настал. Вот. Давайте походим. Подожди, давай посмотрим, вот начали небожители делать. Только начали, правда? Там жесть, пацаны, девчонки. Ну, вчера мы начали. Да, у нас мы уже вставили очень много. Да. Трюба. И одну губку. Ваня умирает. Ваня. Тут очень много, сейчас мы пойдем делать репетила. Нам надо сделать репетилы. Всех по 10 одностихийных. А самое проблематичное, знаете кто? Кто? Ну, как птица. Да птица почему? Потому что она делается 4 часа. И что? Ты же легко сделать. Береза. Да нифига. Их легко только, они делаются пипец как долго. Ну и что же, пусть делаются долго. Мы подождем. Извини. Янтарь. Прости, янтарь, ничего личного. Я юношу. Сейчас мы тут тоже делаем. А тут надо это, репетил нам нужно. Как по мне, я считаю, то, что разработчики вообще ни капельки не правы. Как по мне, должно быть на каждом острове, чтобы можно было стирать скретч-карты.
Это было бы классно, конечно. На эфире вот было бы классно. На эфире, да, мы бы всех бы тогда выбили там. И не надо было никого бы туда посылать. Вот это была бы халява. А вы знали то, что если... Вы знали то, что на эфире не существует трех стихийных? Нет, мы не заходили на сайт. Давай заходим. А там они все, да, двухэлементные. Двухэлементные. Давайте что-нибудь сделаем на стихийных. Ну что, думаешь, зайцы готовы? Ну, наверное. У нас 3 546 000 зайцев ходят. Продать. Дай продать. Одного с них очень много денег дают. Ну, продают. Теперь продаю. Но все равно копейки дают. Ты понимаешь, то, что тебе потом придется продавать всех и оставлять по одной штуке? Ничего страшного, я прокачаю свой замок, и мне не придется. У меня, смотри, какие счастливые. Хо-хо-хо, 100% счастья у них. Дай мне скрафтить. Ну, конечно, ты сейчас не скрафтишь. Ну, только не надо скуты колобас, ничего не получится. Йоли плюс пузаец. Йоли. Пузаец. Не угадала. Че фейерверки не получается, пацаны? Не знаю. Фиг его знает вообще. Че, че я... У меня... Какое-то пиво классное. У нас уже получилось очень много Йоли, очень много пузаицев. Не получился? Фейерверки. Фейерверки никак не получается. Зайчики, пузайчики. А что у нас происходит на коллекции песен? Ой, у нас там конгушка качается. Может быть, получится арбуз получить? Какой арбуз? А, этот самый появился? Да, я не знаю, может, если получится. Мигашка. А, так там смычило 15 килограмм. Да, вот там уже 16 тысяч. А у тебя он грузал в этом? Нет, но вы 16, потому что я еще не пробовала, да? Ты сейчас прокачиваешь на 14. Да. Подождите, а что у нас еще было вместе? Матч понедельник, двойная... Вы, кстати, нам так и не написали в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы перешли в другое время? Мы все еще ждем вашего ответа. Давайте попытаемся пройти одно испытание, вот это вот, двойная что-то там. Дома? Нет, не знаю. Да. Угу. Идентифицируется. Это против меня. Главное, очень слабый. Да, да. Очень слабый. Хоть и 15-го, но очень слабый. Просто они очень долго качаются. Особенно зерномер. Мне так не хочется ждать, когда они покачаются. Помнишь, когда мы начинали с тобой? Да я уже 2 дня качала эту идентифицирующую. 2 дня ждала ее. Да, когда мы начинали, мы проматывали все. Ели часами макарошку. Потом мы стали лениться, проматывать за денежки. Потому что у нас теперь мажоры. Давай, давай, ломай, ломай, мы же миллионеры, еще сломай, у нас же денег много, сейчас пойдем и купим новый. Кого нового купить? Телефон. Ну, кажется, проиграли. Так бывает. Так, ну ладно, совсем чуть-чуть осталось.
буквально 2 тыки надо нанести. Как только посмею нанести 300. Мне одной буквально тыки не хватит. Вот! Знаешь, кого надо прокачивать? Зерномеха. Ладно, мы прокачаем зерномехи и снимем новое видео, как мы проходим этот этап. Мы просто не хотим его прокачивать, потому что это... Очень долго. 18-й недорого, а очень долго. Долго. Вот так вы были на канале Сахалос. Всем пока-пока!